Армысыздар, құрметті достар. Танымал блогер Әнуар Нұрпейісов билікке соғыс жариялады. Оның айтуынша, Қазақстанда демократия мүлдем жоқ. Керісінше, Қазақстан солтүстік Кореяға айналып бара жатыр. Да вы что, охерели, что ли, вообще? Даже в Северной Корее столица несет название не имени Ким Ир Сена, не Ким Чен Ына, не Ким Чен Ира, Пхеньян. Мы даже там переплюнули их. Астана қаласы Нұрсұлтан болып өзгерді дегенде естігенде, Әнуар бұған қатты ашуланды. Если бы я был гражданином другой страны, я бы искренне смеялся и веселился над тем, что происходит здесь. Но мой смех через разочарование и бессилие. Я хочу сказать тем людям, которые бесконечно переименовывают улицы и города. А народ вас тоже переименовал. Вы теперь долбоебы. Хотя, как выясняется, всегда ими были и, к сожалению, останетесь таковыми долбоебами. Осыдан бір жыл бұрын Әнуар Фурманов көшесінің атауы Назарбаевқа айналып кеткендіктен, өз сөзінде жанама түрде Нұрсұлтан Назарбаевты тиді. Кәне, сол сәтті қазір көріп алайық. Ну вот и наступило то долгожданное событие. Улицу Фурманова сегодняшнего дня переименовали в честь первого, величайшего, мудрейшего, скромнейшего президента нашей страны. Остается ждать, когда переименуют меня и тебя. Ал мына бейнероликте Нұрпейісов билікті сынға алып, саяси режимге өз наразылығын білдірді. Я проснулся в стране, где название столицы меняют за один день, не спросив граждан. Я проснулась в стране, где нет свободы слова. Я проснулся в стране, где блокируют интернет. Я проснулся в стране, где нет справедливого суда. Я проснулась в стране, где в 30 лет я не могу позволить купить себе квартиру. Я проснулся в стране, где почти в каждом городе экологическая катастрофа. Я проснулась в стране, где запрещены мирные митинги. Я проснулся в стране, которую покидают светлые умы. Я проснулась в стране, где никто не верит в выборы. Я проснулась в стране, где за призывы к честным выборам дают 15 суток. Жалпы Әнуар Қасым Жомарт Тоқаев туралы не ойлайды? Не будет никаких изменений при новом втором президенте, которого я абсолютно не считаю моим президентом. Я ему, он меня не вызывает никаких эмоций, только лишь смех, неуважение. Я его не уважаю. Как можно уважать человека, мужчину, который себя фотошопит? Ну вот это вообще, по-моему, это, не знаю, это уж лучше ходить, там, не знаю, подкрашиваться, может быть, чем вот так явно, тупо себе там все эти убирать там. Ну, не знаю, это уже какое-то просто, ну, это просто, ну, для меня это не личность абсолютно. Это просто говорящая голова очередная, у которого есть текст, которому говорят, что делать. Еле ходит, да, там, извините, начинать свой первый рабочий день с переименования столицы. Че, нам такой президент нужен? Мне не нужен такой президент. И я его не признаю. Даже если он выиграет эти выборы, я не буду... Пригласят на аудиенцию. Будет проходить мимо, я даже не встану. Это не мой президент, абсолютно. Токаев is not my president. Вот и все, что я могу сказать. Ал Дариға Назарбаева президент болып тағайындалса, Әнуар осыған қалай қарайды? Дариға Назарбаева, на мой взгляд, слабый политик. Порой допускающий очень необдуманные какие-то высказывания. Не очень было много таких. То есть политик, за которым мне будет, к сожалению, наверное, стыдно. Я сомневаюсь, что у Дариги Назарбаевой есть что предложить нынешней молодежи. Сегодня молодежь — это абсолютно другие люди. И они видят, причем они видят, где фальшь. Не вся, конечно. Есть до сих пор там те же самые пионеры, которые бегают, там флажками машут. Но основная часть городских ребят — это уже совсем, совсем другие формации. Поэтому она тоже олдскульна. Олдскульная, квадратная, негибкий человек абсолютно. Айтпақшы, Әнуар мәжіліс депутаттарын да сайламайды. Никакого доверия нашим депутатам. Депутаты просто смешные, да, все наши. Просто ни одного, я не знаю, кого я подошел бы и сказал: красавчик,
Держи руку, ты мой депутат. Вот в тебя я верю. Ноль. Вот до чего мы дожили. Политическое поле абсолютно зачищено. Ни в кого не веришь. Нет героев, в кого хотелось бы верить, к сожалению. Депутаты, которые сейчас сидят, протирают свои стулья, там, да, вот, shame on you, просто стыдно за вас. Шындығында Әнуар сайлаудың әділ болатындығына сенбейді. Алайда сайлауға барып, дауыс беремін деп айтты. Я пойду на выборы, но я пока не хочу озвучивать, что я буду делать на выборах, потому что, если я даже сейчас скажу, зритель все равно не поймет, поэтому будет отдельный развернутый видеоматериал. Ну, я не считаю эти выборы выборами, вот, поэтому я покажу свое отношение, зеркальное отношение, как они относятся ко мне как к избирателю, я такое же отношение покажу им как организаторам этого события. Потому что до этого нам запретили законодательно, нельзя ни в коем случае критиковать деятельность первого президента, нам заткнули просто рты. Причем руками наших слуг, которым мы оплачиваем бешеные зарплаты, которые сидят, греют свои попы в парламенте и живут в казенных квартирах в Нурсае. Это возмутительно. Вот до чего довело наше молчание. Поэтому молчать уже все, уже некуда. Ну сколько, давайте сейчас вот только осталось нам ждать, когда отстреливать будет просто людей на улице, какие-нибудь снайперы сидеть, еще тоже будем молчать, что ли? Я с этим не согласен. То, что переименовали столицу, то, что происходит сейчас, транзит власти, явный мухлёж. Мухлёж со стороны властей, и нет никакого доверия народу. Поэтому в стране назрели перемены, в стране очень много адекватных еще пока людей, которые могут что-то изменить в этой стране. И нам нужно объединяться, нам, адекватным, нужно объединяться и показать им, что их неадекватных маразматиков меньше, чем нас. Мені қызықтырып тұрғаны, оның Нұрсұлтан Назарбаевқа көзқарасы қандай? Ну вот к чему приводит то, что у нас один человек 30 лет у власти? Вот к этому и пришли. Пришли к тому, что вот самым важным вопросом у нас является повестка дня переименовать столицу. Осы билік қала берсе, біз не істеуіміз керек? Нұрпейісов берген сұхбатында осыған орай өз ойын жеткізді. Но я хочу просто одну сказать, блин, вот власть, вы услышите, пожалуйста, адекватных молодых ребят, которые вам твердят о том, что уже протестное настроение слишком большое. Мы просто первые, кто вам сигнал, флажки даем, показываем. Обратите внимание, пожалуйста, перемены, реформы нужны быстрее в стране. Иначе мы-то найдем себе место в мире, уж поверьте, мы найдем место в мире, у нас у всех есть... языки, у нас есть как минимум деньги на один билет и на 3 месяца жизни там, и уж мы там не пропадем. Мы те люди, которые голосуют ногами. И настанет тот момент, когда мы просто все свалим отсюда. Те люди, которые могли бы принести какую-то пользу государству, пользу обществу, мы просто все разлетимся. И тогда вы останетесь с толпой необразованных маргиналов, которые будут в первую очередь представлять опасность для вас же самих. Негізі келе жатқан сайлауға қатысу керек пе, әлде керек емес пе? Бұл жөнде Әнуар Нұрпейісов не ойлайды? Дәл қазір оның ойын тыңдап көрейік. Я хочу сказать, что бы вам ни говорил я, ни автор этого блога, ни любой кандидат, и ваши родители, ваш директор школы, ваш шеф, неважно, что бы он вам говорил, ответственность за этот голос вы берете на себя. Но если вы лежали дома, то вы не имеете морального права потом что-то предъявлять стране. Потому что вы вообще стояли в стороне в тот момент, когда нужно сделать хотя бы свой какой-то протест, активный протест. Испортить бюллетень или же проголосовать за оппозиционного кандидата или за православного. Пожалуйста, вы даже проголосовав за Токаева, вы можете предъявить ему, подсказать, я за тебя голосовал, чувак, ты... Сейчас не оправдываешь мое доверие, но когда вы сидели в стороне, вот тогда, пожалуйста, не надо вякать, потому что вы в нужный момент вы ничего не сделали. Поэтому в любом случае участвуйте в выборах, по крайней мере, научите себя к этому процессу, придите, увидите свой избирательный участок. Это жизнь наша, это наша страна. Никто не вправе вам указывать, как голосовать. И никто не имеет на это закон, это преступление.
против вашей воли, против ваших свобод и прав. Поэтому делайте осознанный выбор, идите, но сделайте свой собственный выбор. И даже, знаете, я больше скажу, человеческая интуиция, она очень сильная штука, просто мы ее забиваем, поэтому доверьтесь вашей интуиции. Я сейчас очень, на самом деле, тоже запутался, что делать дальше, поэтому я иду только по пути моего внутреннего голоса. Достар, егер біздің бейнероликіміз сіздерге ұнаса, міндет түрде лайк басыңыздар, арнамызға жазылыңыздар, және де мыңда бір комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар!